Всех приветствую на канале Дороги Михаил Илюшин. Приглашаю прокатиться по улицам города Саратова 10 декабря, как я помню, 2024 года. За бортом минус 5, если верить бортовому компьютеру. Такая погодка. То какой-то какая-то Пороша или что-то еще. Едем в Кировский район, улица Соколовая, до музейки попробую доехать. Посмотрим, как обстановка в декабре, так как я с ноября вам ничего не показывал. Но продолжение предыдущего сюжета, кто смотрел этого же дня, от Солнечного, от Блинова до Крайней, вот на Крайней выехали. И едем. 40 километров в час. А здесь, как обычно, вот, ну, здесь заторы, как бы, такие. Периодически это просто вот от железнодорожной до танкистов. Светофоры, потому что здесь не такой долгий в эту сторону, потому что дольше идет со стороны встречной, и из-за этого и получается медленнее проезжает машины, меньше, вернее, не медленнее, меньше. Сейчас мы вот не успеем, это 100%, потому что еще и трамвайные пути переезжают, люди притормаживают, ну, много нюансов. Вот и здрасте, вот и приехали. Да, погодка такая. Как бы вот раньше я в такую погоду любил спать. А сейчас, видать, меня перекололи, перевозбудился на лечение. Мне хочется гулять, мне хочется ходить, мне хочется смотреть, мне хочется ездить в любую погоду. Что значит чуть-чуть человека ограничить в чем-то. И он понимает уже, что вау, оказывается, вот оно, счастье-то в мелочах. Сейчас, получается, открыли с той стороны встречную, и еще потому, что поворачивают налево. Ну, я просто рассказываю, как бы общаюсь с вами, я же общался с вами там чуть-чуть, ну, и теперь вот глаза в глаза. А кто-то спит там уже. Ну, сами, если видите, какая-то есть, да, Пороша такая небольшая. Вот сейчас вот на мысль пришла, вернее, в голову пришла мысль. Люди, которые там, вау, начинают как бы какие-то негативные слова писать про Саратов. Но я вот в нем живу, я вот 7 дней, так сказать, был ограничен. И вот я счастлив, что я еду по улицам города Саратова. Таким бы он не был, как бы там написали, мрачно, серо, грязно. Ребята, жизнь такая штука. Вот на эту мелочь смотреть какую-то, и то приятно. Да, где-то у нас здесь новый вокзал открыли, центральный, я так понял, где-то, ну, вы видите, я показываю туда, а на самом деле с левой стороны от меня. На Пугачева центральный вокзал новый, автовокзал, вернее. Я, как я понял, да, вот он, проехал, но это я, может быть, обратно поеду. И вот и о том, что те, которые в городе давно не жили или не живут и не могут приехать и смотрят мои сюжеты по городу, по улицам, они по-своему счастливы. Вот как счастлив и я. Сейчас я еду по этим серым, грязным улицам, кто бы назвал. А для меня это вот радость такая, я это вижу, я это чувствую. 60 километров в час. Все и о том, что надо жизни радоваться.
Чапаева проехали. Вот здесь водичка откуда-то греет. Как обычно здесь грязь. Хорошо, машину не помыл. Но мне сейчас сказали, да не мойте вы ее. Сейчас снег пойдет, грязь будет, в субботу помоете. Ну вот и пожалуйста. А хотелось бы. Просто иногда, когда... Не иногда, когда подходишь к чистой машине, садишься в чистую машину, другое совсем состояние души. Так, вот, минус 4, к воде подплываем. Ой, всплываем, подъезжаем. К Волге ближе, теплее. Где-то не объяснить. Я вчера-то был дома, ходил везде, по дому, по квартире с женой. Давайте тут по Вольске проедем. Везде хочется проехать. Вот. И такое у меня состояние, как будто, говорю, я вот только выпил и такой полупьяный. И сейчас вот такое же возбуждение такое вот позитивное. Я еду, я вижу. Это что-то. Выздоровление есть выздоровление. А ладно, поехали прямо. По Вольск сейчас проедем до Московской. То есть даже вот я не выключаю эти вам паузы не делаю на светофор, потому что я кайфую. Посадского проехали. Ну а здесь как обычно у нас машины. Внимание. За Рубина будет сейчас вот перекресток. 60 километров в час. Гоголя. И Кутикова. А сегодня что, 10-е же, да, я говорю, 3 недели до Нового года осталось. Ну, давайте завернем. Вот, куда-то хочется завернуть, куда-то хочется ехать. То есть, все хочется. Смотреть, видеть хочется. Да, это все Кировский район. Принимаем чуть правее, потому что если становиться налево, то они уходят на Горького и там стоять долго. Лучше так вот. Ну а здесь мы сейчас будем езжать в Волжский район. О, и проедем давайте под Челюскинцев. Просто у меня в голове было один план проехать, а еду как еду. То есть вот, ну, что можно сказать? Счастье какое-то. Или как, помните, как этот Карабас-Барабас-то. Это праздник какой-то. Я это что говорил про Буратино, да? Это праздник какой-то. Так, ну здесь у нас, как обычно, машинок много. Еще так поставят, так и будет моргать стоять. Вот они, красавцы, таксисты, да, то есть вот, не дальше проехать или еще что-то, вот все. Опять же, может, и не их вина, ждут, когда люди выходят. Я обычно, когда вызываю такси, смотрю, 2-3 минуты остается до выхода, ой, до подъезда, так сказать, до прибытия машины, правильно. Я выхожу даже, ну, лучше, думаю, на улице подышу воздухом. А
А люди до конца вызывают такси, начинают бегать, забывают что-то там, потом... Так, здесь у нас главный, но мы уступаем. Так, здесь все-таки дорожку. 40 километров в час. Да, мы уже вот Горького пересекли, это уже Волжский район. Вот я вам тут и зимой показывал, да, проезжал-то. Вот, когда снег-то нет, ехать, машин сколько стоит. Но это опять же, это машины стоят больше, кто здесь работает, приезжает. Потому что вечерами здесь машин практически нет. Старые улицы. Поехали до Мичурки тогда. Вот, вот как вам сказал, а сам еду по-своему. Челюскинцы же проедем побольше. Я давно не ездил в эту сторону. Ну а здесь у нас школа. Приезжают родители. Мамочки обычно так приедут, так раскорячатся. Ну да. Да, вспоминаю свое детство. У отца был мотоцикл, я еще в детском саду был. Я так мечтал, чтобы он за мной приехал на мотоцикле. Всем хвалил, что приедет, а он не приезжал. А приходила мама, забирала меня, и мы шли на автобус. Пешком. А сейчас и в школу, и из школы привозят, увозят. Как даже не двигаются дети-то, а? Так. Вот эта песня. Так, кто здесь? Здесь мы уступаем. Откуда у вас так прорвалось-то? И летят с такой скоростью еще. Ну вот, сейчас до Московской доедем. Зеленый горит. Чего стоим? Кого ждем? Непонятно. Вот и дождались. А, пешеходов пропускали налево и все. Приехали. Ну давайте на этом заканчиваю. Благодарю всех за просмотр. Берегите себя, не болейте. Оставайтесь со мной. До новых встреч в новых сюжетах. Всем пока-пока.